В одном зале более 100 человек, все они туристы. Со стажем или новички – неважно. Ведь главное, что объединяет их – любовь к спорту и родному краю. В этот традиционный вечер Федерация спортивного туризма подвела итоги по прошедшим чемпионатам Москвы и Кубкам Москвы по спортивному туризму по группе дисциплин «Маршрут» и таким образом завершила сезон. В ежегодной встрече принял участие председатель партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов. Вы, туристы Москвы, делаете замечательные вещи, вы добиваетесь очень больших успехов и самых прекрасных результатов. Заняли высокие места на чемпионатах разного уровня и внесли свой вклад в освоение интересных в туристском отношении районов. В этом году Федерация спортивных туристов Москвы вновь продемонстрировала отличную работу. Лучшим парламентарий вручил заслуженные награды. Кроме того, в вечере также приняли участие ведущие спортивные туристы страны, заслуженные мастера спорта международного класса и мастера спорта России.